Всем доброе утро, друзья. Чудесный выходной денек. 14 марта. Еще два дня назад нас засыпало снегом. Зима не хочет отпускать. Затяжная зима в этом году. В общем, я выбрался покопать. Сейчас заезжаю, забираю пацанов. Едем, можно сказать, на дальняк. Хотим проверить одно интересное место в лесу. Были там находки по киевской культуре. Хотим поехать в разведочку, в общем. Снег растаял. Два дня плюсовая температура. Ну и в лесу можно копать. Поля еще, понятное дело, замерзшие. Там делать нечего. Даже когда они разморозятся, еще нужно будет подождать, чтобы это все подсохло. И на полях тоже есть интересные места. Дождемся, пока это все высохнет. И потом будем перебираться в поля. Зима была неплохая. Мы неплохо откопались по скифам. Были интересные находочки. Кто не видел предыдущие серии по скифам, переходите в описание под этим видео. Я оставлю ссылочки, смотрите. Обязательно, друзья, подпишитесь на канал. Те, у кого кнопочка красненькая, нажимайте на нее, чтобы она стала серенькая. Поднимайте статистику канала, помогайте развитию. И обязательно подписывайтесь на Instagram. Ссылочки все в описании под этим видео. Все, а мы отправляемся в экспедицию. Будем на месте, я вам все покажу, все обрисую картину. В общем, вам приятного просмотра, а нам интересных находок. Друзья, а я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Колянчик. Добрый ранок, дядьку. Добрый. Что ты мне там ломаешь? Я не могу по-другому, ты же знаешь. Блин, там же оно открывается так просто. Все, все открыто. Вот это Колян, вот это мать. За чебеточками надо заехать, Иза. Привет. Где чебеточки твои? На стоянке? На стояночке. Я понял. Давай подержу, ты поруку. Да не, ну расскажи, что ты там вчера ездил в экспедицию. Немножко там скиф. Немножко скифов нашел? Ну, я считаю, что это РЗВ, что это не скиф. Ну, в смысле, подгорцы. Подгорцевская культура. Да, мы будем называть их условно скифы. Ну, я там читал. Надеюсь, они уже не обидятся. Да им уже все равно, я думаю. Я там читал, кстати, подгорцевская, это там переходная от скифов шла. Ну, говорят, что это прославяне, что ты такое читал. Ну, прославяне, да, но... другая группа. Они там ассимилировались, как бы, и получилась подгорцевская культура. В общем, сейчас Тёмыча еще заберем и погнали, все. Приехали мы, друзья, в Киевскую область. Вот такой вот лес. Доехали куда смогли. Нам еще километров 5 идти пешком с пацанами. Сейчас переодеваемся, собираемся, берем приборы и погнали. Будем на месте, все вам покажу. Потом все снимешь. Друзья, посмотрите, что тут у Колена. Какая. Ой, очень удобная вещь. Прибомбасина. Навигация сразу. Этот самый. Пауэрбанк. Навигация, блок с Деуса. Что-то село пауэрбанк, шнурочек коротенький. И когда вы ночью уже не хотите идти к машине за фонариком, мы вставляем сюда. Пауэрбанк превращается, да, в элегантный фонарик. Да, такое оно. А, засветился. Фокусировочка есть. Ближний, дальний, все есть. Так что все.
Красавчик. Эта штучка стоит 90 гривен. Но я новую сделаю, это такое. Временное. Это ты сам такое сделал? Не, это продается. Я две купил. Телефон. Это вообще для телефона, вот эта фигня. А это я уже пластину прикрутил, чтобы это можно. А для телефона очень удобно. Потому что в руках держать неудобно. Угу. А где-то завалился, вот так держит. Поставил подставочку. Он крутится все. Недорого и очень интересно получилось. Прикольно. Все, выдвигаемся? Выдвигаемся. Все, ребят, выдвигаемся. 5 километров пешком и дальше будем на месте. Друзья, мы на месте, вышли на точку, разбежались в разные стороны с пацанами. У Калина уже есть первая находочка, попадается кованое железо, место правильное. И у меня тоже есть находка, сейчас покажу. Тут такая местность захаращенная, просто ужас. Тяжело ходить очень. Бугорки идут, один бугорок идет, второй бугорок идет. И мы по этим бугоркам, в принципе, и ходим. Сейчас покажу находочку. По-моему, какая-то накладочка ременная. Сейчас гляните. Смотрите. Какая-то, по-моему, била в цвет. Обломанная, мне кажется. Вот здесь вот. Ой, упала. Вот здесь вот какое-то было продолжение, скорее всего. И здесь вот. Что ж такое? Здесь вот такой вот зацепчик сзади. На что-то она цеплялась. Скорее всего, какая-то ременная была накладочка, я думаю. Часть ее, вернее. В общем, забираем. Вот тут вот под деревом лежало прям. Под самым деревом. Ну, сейчас еще вам покажу. Выкопал интересную железную находку. Вот такую вот. Еще выкопал кованое железо. Вот оно. Такая вот штука. В общем, вот такие пока находки, друзья. Буду ходить. Вот такие места интересные. Здесь вот снег еще не растаял. А здесь уже вот солнышко растопило снежок. И можно спокойно ходить. Единственное, только ветки эти мешают. Но буду как-то блондинкой между веток. Деревья скрипят. Тут, короче, вал такой. Возможно, от грядища. Тут покопано тоже, кто-то копал вчера, наверное. В общем, иду искать дальше, друзья, смотрите. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, сигнальчик был просто бешеный. Смотрите, что у меня тут. Пряжечка русевая. Поломанная, правда, но находка. Это говорит о том, что мы ходим в правильном месте. Все, друзья. Кручусь все здесь вот. В этом вот райончике. Хожу. Сейчас пацанам скажу по рации. У меня пряжечка ременная, русевая. Что-то они не рады там за меня. Что, не рады за меня там или что? Да, красава. А, красава. Красота. В общем, буду тут ходить. Пацаны пошли чуть-чуть правее от меня. Пошли вдоль ручья. В общем, буду тут ходить. Смотрите, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Был сигнальчик, друзья, и достал ее я из-под корня. Вот такая вот согнутая проколочка бронзовая. А может и не бронзовая. Но била в цвет. Не, скорее всего, бронзовая. Все-таки. Кожу шили
такими проколками прокалывали кожу и нитками стягивали. Вот такие были орудия труда у древних людей. В общем, ходим все там же. Лес очень сильно замусоренный, видите, навалено деревьев. И очень труднодоступный. Ну, хожу вот так вот между рядами. Когда-то садился лес, видите, ровно идут ряды деревьев. Садился, пахался, где-то плугами повыворачивали, это все позагибали. В общем, буду здесь вот так вот крутиться на этом бугорочке. Там ручеек дальше течет снизу. Может, спущусь еще ниже, чуть кручу. Попробую еще там походить. Все, берем, друзья. Идем дальше. Иду, друзья, по лесу. Нашел вот такое, смотрите, гнездо. Птички свили с веточек. Скоро прилетят. Буду тут гнездиться. Такое, хожу по буграм таким. С находками пока печально, но я же не отчаиваюсь. Уток сейчас поднял с камышей. Вот здесь вот сидели утки. Поднял их, туда пошли. Все, иду дальше, друзья. Вот здесь вот кто-то птицу съел, перья остались. Поднялся я немножко выше, друзья. И нашел вот кусочек браслета русевого. Кусочек браслета, видите, псевдовитого. И выкопал с ямки кусочек керамики русевой. Вот такая вот она, светленькая. Вот такие вот находки. Вот здесь вот я ходил, вот это все мои копанные ямки. Здесь, вот там вот. Вот такой, елки тут растут. Ели. Вот такие вот ели. У нас в лесах, кстати, очень мало еловых лесов. Ну, в лесах мало елей растет. В основном сосновые и такие лиственные. Это вот, ну, настоящая елка. Вот так вот. И грунты. Чернозем вперемешку с песком. Все, друзья, иду дальше искать. Птичку жалко. Птичку жалко. Друзья, смотрите, сколько елочек молодых насеялось. Вообще есть маленькие вот такие крохотные. И вон дальше пошли еще. Прикольно так. Падали шишки. Вот такие с шишек высыпались семена. И тут низина. Вот уже река рядышком. Тут низина и влаги больше. И наросло вот таких вот елок молодых. Класс. Сейчас попробуем посеять еще елок. Пускай растут. Елки классные деревья, хвойные. Вот так вот. Вот такие вот места тут. Ходить тяжело. Все такое наваленное. Я продвигаюсь в ту сторону. Где-то там пацаны какой-то вал видели. Может быть. Попробую посмотреть, что там за вал, интересно мне. Вот такая вот речуха. Тут это все заливалось. Был разлив. Я думаю, что поселение было где-то с той стороны все-таки. А тут такие одинокие какие-то хатки стояли, потому что сторона здесь северная больше. Южная сторона правильная вот там вот. Солнце ее освещает все время. А здесь темнота. Все, друзья, идем дальше. А вот и вал, друзья, нашелся. Смотрите. Вот он оттуда идет. Вот так вот. И невысокого он. Невысокий он сам по себе. Вот так вот, чтобы видно было. Такой, может, метр, полтора в высоту. И я не знаю, что вам сказать. Затрудняюсь и ответить. Что это такое произведение искусства. Не знаю. Вот там вот он вообще сходит на нет. И вот туда дальше он продвигается. Как-то здесь заворачивает, потом туда заворачивает.
В общем, даже не знаю, что сказать. Как бы и не городище это, потому что снизу низина пошла. Может быть, здесь могло бы быть городище, но он по кругу не идет. Он просто идет вдоль леса, вдоль ручья. Может, это какое-то оборонительное сооружение, может, какую-то дорогу когда-то мостили. Даже не знаю, что вам сказать. Он как бы здесь, он, по-моему, по всей видимости, заканчивается тоже. Или нет? Как-то дальше идет. Дальше идет. Буду идти дальше, посмотрю, куда он идет. Большой уж очень он. Может, скифы что-то мастили себе тут. Может быть, и такое. Нередко мы встречали скифские всякие такие приколы в лесу. Такой лесок вот тут интересный. Может, тут попробовать в нем походить, дубовый. А здесь сосны растут. Так, как-то с находками грустно, друзья. Не знаю, где-то все порасходились. Тёмыч на поле ходит, говорит, сверху оттаяло, а снизу бетон. О, грибы растут, дождевики. В общем, не знаю, что буду делать. Как-то мне это все не очень нравится. Находок нету. Но должны быть. Керамика же есть. Грунты правильные. Должны находки быть. Не может быть оно такое в лесу все выбитое. В общем, сейчас попробую здесь, с этой стороны вала, походить по лесу. Посмотрю, будут какие-то находки. Все вам покажу. Смотрите, что я увидел. Вон на дереве зеленое висит ящик. Наверное, для птиц сделали. Какое-то гнездо какое-то птичье, наверное. А может быть, ловушка для пчел. Забыл кто-то снять. Так, друзья, идем дальше. Туда вниз спускаться не буду, как-то там оно не очень привлекательно. Попробую вот здесь вот походить по этой местности. Все, идемте. Пришли мы к машине чайку попить с Тёмычем. Что там у тебя? О-о-о. Давно, да, не попадались. Да, уже так надоели, что даже здесь попадаются. Ну, такой прикольный. Ой. Что-то непонятно. Пуговичка какая-то. Ну, она, видишь, как пуговичка и как не пуговичка. Ой. Чуть какой интересный какой-то. Угу. Я думал, что пуговичка. Пушки. Вот это пушки. А, может быть, кстати. И 8. Восьмая какая-то рота. Точно. Или что-то. Да? Точно. И колечко покажи еще. Ага, средневековое. Ну такое. Такое что-то понаходили. Да. Что, тебе чайку налить, Тёмыч? Не, я ряжен. Ряженки. Где-то Колян еще оттуда должен прийти. Идет к нам. Сейчас придет, попьем чая и обсудим план действий, что нам делать дальше. Не знаю, как-то грустно здесь. Может, куда-то поедем. Все, такое. Вот он, наш герой дня. С планшетом. С планшетом. Планшетник. Что ты, Коляныч? Я амулетик твой офигенный нашел. А ну, показывай. С грехом, блин, вы сейчас офигеете просто. Посмотри. Скифы? Не знаю, там зверек такой очень интересный, загадочный. Загадочный зверек. Загадочный зверек. А ты телефон где-то свой не потерял? Ё-моё. Капец. Одна держалка осталась. А где телефон? Нормально. Смотри, эти пацаки. А ну давай. Смотри, блядь.
Да ты шо? Скифы, наверное, да? Скифы стопудово. Я бы сказал, что это чебурашка, но нет, тут нет ушей. Это обезьянка. И вам не было чебурашек, их придумали москали, бля. Вот это поворот, Колян. Вот это поворот! Так он еще и серебряный или посеребренный. Да, он, я думаю, паникелированный, поэтому навряд ли скиф. Это скифская обезьяна. Это скифская обезьяна, да. Да, прикольно. Прикольно. Держи, продашь на Виолите. Да. Еще браслетик нашел. Выставь на обсуждение, Коляныч. Браслетик нашел еще. Там. Вот видите, он правда расплавленный. Браслетик. Сплавленный в кучку. Я, у меня тоже такой есть. Хочешь, я тебе покажу? То может серьга у тебя. Смотри, сейчас я если найду его в кармане. Найди серьгу. У меня там столько браслетиков. На тебе еще один будет. Это Тёмыч, думаю, он такой собирает. На, Тёмыч. О, смотри. Нак. Нак шикарный, да. Так, хорошо. Бляха, не могу найти в кармане браслетик. А, вот, смотри. Вот один браслетик, видишь? Это лунница была вообще. Это лунница, да. А да. Это шутка. Это тоже. Просто что-то. Понял. Тёмыч, на тебе. Угу. Амулет-коготь. Коготь. Сейчас еще найду. В кармане куча всего. А, вот проколка, смотри. А, ну-ка, вот это, да? Да. Может, это крючок? Эти... А это какая-то железная штука, не знаю, что такое. Угу. Это от кэровского подшипника. Да. Вот тоже, смотри, видишь? Да, да. С дырочкой какой-то. Ой, ой. От кэровского подшипника? Может быть, я думаю, что может быть это часть там кистени какой-то. Или волкобой. Или от этого. Может как... быть такое волкобой. Как она называется? Волкобой. От прыщи, да? Ну, прыщи это на жопе, когда. Прыщи, я сказал. Это, я думаю, волкобой какой-то. Кстати, где-то мы тут. Где-то мы тут разложили находочки. Во. Добавим сюда еще вот это и керамики. Все. Переехали мы, друзья, в другое место. Пытаемся место по скифам раскрутить по РЖВ. Есть у меня первая находочка, сейчас вам покажу. Сигнальчик был такой, как наконечник. Смотрите, скифская грибовидная сережка. Такая, конечно, чуть подуставшая, но тем не менее находочка. Кроме нас еще четверо комрадов ходит. Передаю им привет. В общем, берем. Вон Тёмыч. Только в лес зашли, у меня первый сигнал. Колян, Тёмыч. В общем, ходим. Ходим. Лесок такой шикарный. Ходить вообще можно. Вот кто-то копал, кстати, ямка. И вот кто-то копал. Так что будем тут, друзья, уже дохаживать сегодняшний день. Я думаю, какие-то находки по скифам у нас еще будут. Все, идем дальше, друзья, смотрите. Еще находочка, друзья, есть у меня. Вот. Колечко какое-то хуторское, наверное. Хуторское бронзовое медное кольцо. Обручалочка была когда-то. Может быть, даже с монеты делали. Ну такое. Будем ходить. Вторая находка за 10 минут. Так что, думаю, стоит ходить. Все, идем дальше. Иду к Коляночу, друзья. У него есть офигенная находка по скифам. Офигенная. Это то, что он постоянно находит. А ну-ка, думал, показывай. Я думал, что это подщетки, а это вообще подзаколки. А? Видишь, она когда-то, наверное, была обломана и точилась в свое время. Да. Затачивала. Ну, обламывали все равно, да, со временем как-то. Но это не я, заметьте. Ну, не ты. Маленькая не попала, извините. С орнаментом, смотри. Видишь, полосочки. Кайфовая. Прикольно. Могла быть длиннее, да, но...
Я думаю, уже она была для нее. Время, да, ее подточило. Класс. А вторая, ту, которую ты в прошлый раз тут нашел, такая же, да? Ну, чуть длиннее, но обломанная, но тоже не мной. О, смотрите. Тоже какие-то рисуночки есть. Слушай, блин, я нашел. Такой же, да. Такой, только больше. Может, этот не участник. Может. Надо примерить. Но этот не поломанный. Ну, в смысле, не поломанный, но не свежий. Угу. У тебя тоже не свежий? Не, не свежий. У меня а, вот. Ну... Ой, сломал скифскую сережку. Где? Короче. А, вот это, помню. Да. Конечно, кинул ее так. Красивенькая была бы. Не, а такая. Ну, да. Такая себе. Ну и колечко обычное какое-то, хуторщина. Не факт, я думаю, что он будет даже. Ну, патина хотя. Ну как-то очень такое хуторское мне. Чего, патина такая зелененькая? Ну зелененькая, но я не думаю, что это скифы. Ну, я думаю, что это, вернее, точно не скифы. Сейчас будем этот местяк раскручивать. Хочу заколку тоже. Даже две хочу заколки. В общем, идем искать дальше, друзья. Находочка у меня есть. Я подумал сначала грибовидная сережка. Ребят, я уже забыл даже, когда я находил конину. Прикиньте. Украшение конской упряжи. Конина. Офигеть. Я так давно ее не находил. Шурат ей как монете. Классная. Не знаю, я конину последний раз находил, наверное, когда копал стерка еще, я думаю. После этого мне конина не попадалась. Все, хожу в таких вот дебрях между сосенками. Пытаюсь найти скифов. В общем, иду, вот здесь вот буду сейчас прохаживать. И там вот внизу река течет, может, к реке спущусь. Хочу зацепиться за скифов. Хочу зацепиться, все никак не могу. Пацаны с той стороны ходят, Колян заколку нашел. Я пошел в разведку в другую сторону по ручью. Все, идем дальше, друзья. Спустился чуть ниже к реке, друзья, есть находочка. Смотрите, какой-то кусочек какой-то приблуды. Думаю, может быть и РЖВ, а может и цари. Может быть, скорее всего, что цари. Ну, такое. Что-то интересное было. Кто-то там идет ко мне. Где-то Коляныч тут. Рядом шастает. И Тёмыч где-то там. В рацию его только что слышал. Так, идем дальше. Буду вот так вот ниже спускаться. Попробую дойти до реки. Как-то находок нету. Надо ниже спускаться. Все, пошел искать. У Тёмыча находка, друзья. Что там? Ого. Чик.
Целенький? Да. Обалдеть. Вот это поворот. Откуда он здесь? Я про то. Прикинь. Вот это прикол. Офигеть. Офигеть. Энтолпион. Чик. Вот это прикол. Как так, скажи? Вообще не понимаю. Прикинь. Целый? Целый, целый. Для тебя рады. Что-то радости не слышно. Ну, мечте твоя, да. Что это я нашел? Он думает, что это ты нашел. Это Тёмыч нашел. Колян где-то там, вот я его только что слышал. Вот это прикол, ребята, энколпион. Кстати, везет на энколпионы. Тёмычу, да, везет на энколпионы. Прикол. Надо рядышком походить, может еще что-то такое? Пошататься. Прикол вообще. Вот это неожиданная находка вообще. Просто неожиданная. Идем искать, друзья. Я рад за Тёмыча тоже. Молодец. Это лайк. Не уверен я, Тёмыч, не уверен. Находочка есть, друзья. Глянь, ну, ты специалист по пуговицам. Чье это производство? Может быть. Но я не очень уверен, что это скифское. Вот такое. Видишь, чуть-чуть чудо. Ну это же ихняя бляшка, ты что? Скифская? По-любому. Ну, по ушку кажется, что да. Это однозначно ихняя. Но в таком исполнении я что-то первый раз такое вижу. 100% ихняя. 100% ихняя? Ну, может быть. Ушко, да, ихняя. Железная ихняя. Очень прикольно. Прикольно. Что мы, может, будем идти в сторону машины, да? Крутанемся тут еще чуть-чуть, да, и пойдем. Так, вот тут вот выкопал, прям на краю дороги. Вот тут мудила какую-то ямку не закопала. Закопал ямку, сделал пару шагов и выкопал пуговичку. Не знаю, пришивная бляшка пускай будет. Ну, такое интересное. Забираем. Сейчас вот здесь вот крутанусь еще вот в этом леску и будем идти в сторону машины. Машина где-то там у нас стоит. Все, идемте дальше, друзья. Коляныч говорит, что мы на верном пути и хочется ему верить. В общем, друзья, идем. Чего? Я помню дорогу. Ты помнишь дорогу? Я понял, Коляныч. В общем, идем, друзья, к машине. Закончился на сегодня наш коп. Значит, что мы там понаходили, Коляныч? Можешь по памяти сказать интересные находки? Ну, твоя самая интересная, Тёмыча. Ну, у Тёмыча энколпиончик неожиданно вылез на скифах. Откуда он здесь взялся, я не понимаю. Потеряха какая-то. Были энколпионы серые? Батюшка ходил, какой-то потерял. Может, чего? Внесем в историю новое открытие. Внесем в историю новое открытие. Энколпионы скифов. Скифский энколпион. Ну да, может быть, Колян. В общем, у Коляна классная заколка. Офигенная. Да, Коляныч? Да. Колян, все, прекращай поиск, идем к машине. Не наешься, то и не налыжишься. В общем, а у меня там всякое такое, пришивная блямбочка какая-то. Колян говорит, что может быть и скифы. Ну такое, в общем. И наконечники в этом месте попадались Коляну. Но у нас сегодня ни одного наконечника нету. Пеньковская пришивная штучка. В общем, вот такие вот у нас дела. С утра были в одном месте на поиске, в разведке. Сейчас съездили на второе место. Кто-то звонит мне. Не дают мне снять видео, звонят все. В общем, я закончил поиск, а вот эти вот неугомонные, вон один,
А вот там вот второй. Все пытаются еще что-то зацепить. В общем, друзья, находочки вы наши сегодняшние видели. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, всем пока!